22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В день памяти и скорби в Кашхабском районе состоялась традиционная церемония возложения цветов и венков вечному огню. В памятном мероприятии приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, глава Кашхабского сельского поселения Хазрет Ворсов. Минутой молчания участники церемонии почтили память павших в боях за Родину, после чего возложили цветы к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество.